В Бишкеке проходит первый форум школьных библиотекарей. Основная цель форума – повысить методические навыки библиотекарей, создать платформу для профессионального общения. По итогам форума будет принято решение о роли библиотекаря и повышении его статуса. В мероприятии принимают участие министр образования и науки Алмазбек Бишеналиев и более 200 библиотекарей со всех регионов, а также специалисты районных и городских отделов образования. Сегодня форум поставит в конце, выработает резолюции конкретные. На основе этих резолюций и министерством, и соответствующими разделами будет разработана программа. И по этой программе мы будем целый год работать. И через год будет у нас уже второй форум, и мы на втором форуме посмотрим, что нам удалось реализовать и какие стоят новые задачи перед нашими школьными библиотекарями.